День неудачи и несчастья. День, когда особо одаренные суеверием люди сидят дома и не планируют никаких дел. Пятница 13-е. Почему ее малюют черными красками? Действительно ли так плохо этот день? Ответы смотрите в нашей рубрике «Люди говорят». Ну, честно говоря, ничего плохого в пятницу 13-го я не вижу. И даже если такое совпадает, это не значит, что должно что-то случиться плохое. Всегда во что человек верит, то и случается. Вот у меня есть подруга, она родилась 13 числа, и ей везет именно 13 числа. Веришь, что пятница 13-го плохой день? Нет. Почему? Ну, потому что снег пошел сейчас. Мы познакомились с мужем на 13-е, старый Новый год. Вот и 28 лет вместе. То есть пятница 13-е для это вас вообще хороший счастливый. День. Счастье. 13-е вообще всем счастье приносит. Привет, хороший. Почему? У нас сегодня вообще удачный день. У нас удачный день. 13 января родился. Это мое самое любимое число. 13-е. Мне везет это число. Самый лучший день это пятница 13-е. Почему? На какого хрена разница, 13 или 15 число? Правильно сказал?